Конец навучального года для школы и гимназии столицы – час для самопрезентации. Больше доведаться про установы можно у дни открытых дверей. 4-я гимназия столицы пропоновала интерактивную экскурсию по своей навучальной установе. Працевали одразу несколько локаций. Спортивная на стадионе, где можно было убачить разностайность гуртков. Во внутреннем дворику разместилась импровизованная сцена. Побач працевали майстерни по вышивце и малюнку. Батьки разом с детьми могли поудельничать у майстер-класса и одразу записаться у гурток. Коли начинается мероприятие, у нас працює инфокиоск, куда можно подойти и спытать, взять контактные данные именно тех гуртков, которые плануются организовывать и проводить в наступном навучальном году. До нас приходит вельми шмат гостей и жихаров из микрорайону, увогуле со столицы, бо нашей гимназии нема микрорайону, для того, как поглядеть, как живе сегодня беларускамоўная гимназия, что особливое есть менавіта тут, у нашей гимназии, какое асяроддзе сегодня менавіта мы сформировали для наших детей, для будущих навученцев. Нитками вышивания идет у нас. Ребенок увлекся этим. Я спросила, что она хочет посмотреть. Она сказала, я бабушка, хочу это посмотреть. Все нравится. Все, что искусство, спорт, музыка. Все это нам нравится. Поскольку 4-я гимназия Минска белорусскомовная, великая увага надается вывучению спадщины и традиций нашей страны. Тут створены центры белорусской национальной культуры и працюе музей народного побыта.